вегетарианство, здоровье, этика и экология. Но вот уже второй год поднимают такую важную, насущную тему. И это уже становится хорошей традицией. Поскольку мы сегодня находимся внутри медицинского сообщества и будем касаться одного аспекта влияния на здоровье положительного вегетарианства, то я хочу затронуть два других аспекта – этика и экология, потому что, на наш взгляд, именно они первичны и именно они глобальны, если касаться вообще вопросов планеты. Те, кто сегодня следит за ситуацией на планете, понимают, что вегетарианство – это уже не, как говорят наши оппоненты, адепты мясоедения, это пищевой выбор, это вкусовой выбор, это вкусовые пристрастия. Нет, отнюдь. Сегодня вегетарианство, переход на вегетарианство – это шаг по спасению планеты. Мы находимся сегодня на стыке двух моделей общества. То есть старая модель антропоцентризма вытесняется новой моделью биоцентризма. Что такое антропоцентризм? Это та модель, в которой мы жили веками. Она провозглашает лишь ценность человека, все остальное она не завела до уровня сырья, все остальное, я имею в виду всех других обитателей планеты, животных, она не завела до уровня сырья. И понятно, что при таком отношении ко всему окружающему миру мы имеем сегодня, к настоящему моменту, все виды кризисов, которые только могли быть. Во-первых, эта модель порождает кризис моральный, кризис нравственный. И мы прекрасно понимаем, что мы сегодня, в 21 веке, продолжаем жить в войнах, у нас различные виды неравенства по всем признакам, по имущественному, по расовому, национальному, по половому признаку. Мы продолжаем жить в напряженной криминальной обстановке. И все это происходит потому, что эта модель зиждется на праве сильного, а она не может действовать узконаправленно, она всегда будет рикошетить по нашему обществу. Вторая проблема экологическая. Понятно, что если мы считаем сырьем всех остальных соседей по планете, то, естественно, у нас будет потребительское отношение к природе, и поэтому мы уже сделали все, что только можно. Мы уже израсходовали все ресурсы, перевернули реки вспять, запустили коллайдеры. И говорить о здоровье вообще в такой обстановке очень сложно. Мы, живущие сегодня на планете 7 миллиардов людей, ежегодно убиваем 70 миллиардов животных. Это огромная цифра, не считая рыб. Животноводство становится интенсивным, и они превращены буквально в машины для производства мяса, молока, яиц и так далее. Понятно, что, опять же, внутри вот той цивилизации, где мы живем буквально на костях других существ, мы не можем все равно в полной мере жить счастливо. Это будет все равно диссонанс, поэтому все больше людей переходит на вегетарианство. Второй вопрос экологии. Он сегодня звучит все ярче и ярче, потому что мы близимся к точке невозврата, когда уже таймер запущен в связи с глобальным потеплением. И здесь надо понимать, что около 80% всех пахотных земель в любой стране, примерно одинаковая цифра, заняты под кормовыми культурами. То есть мы буквально растранжириваем ресурсы планеты, потому что питаться вот так крайне нерационально. Если человек питался первичным продуктом, то есть растениями, а не выращивал их для того, чтобы скармливать животных в течение, например, года, потому что говядина, так называемая, получается, спустя 11 месяцев, то для планеты это было бы гораздо полезнее, и с точки зрения экономики это было бы гораздо полезнее. Например, Англия, то есть когда я ее описывал Конан Дойль, это была совсем другая страна, это Туманный Альбион. Сегодня, вот мы были в Англии в 2006 году, это сплошные поля. От силы 10% лесов осталось, и так по всей Европе, и так на других континентах. И достаточно посмотреть первые кадры фильма Артюса Бертрана «Хоум», чтобы увидеть, что мы сделали с планетой. Вертолетная съемка показывает просторы на километры, в клетях стоят коровы. Там была вот другая картинка из этого фильма. Поэтому с проблемой мясоедения обязательно будут связаны проблемы голода, проблемы дефицита воды и ГМО-продукты. В
Вот эту проблему часто поднимают экологи производства ГМО-продуктов, а ее невозможно решить, если мы не уйдем от главной проблемы, а именно мясоедения. Ну и, естественно, последний фактор, самый решающий. Животноводство напрямую связано с проблемой глобального потепления. Об этом с 2003 года говорят доклады ООН. А вот у нас табличка. И ООН приводила цифру 18%. То есть это приходится на долю вредных для планеты выбросов, которые влияют на парниковый эффект. И это и так превосходило все газы автомобильные, самолетные и так далее. Но когда экологический отдел Всемирного банка в 2009 году посчитал все взаимосвязи внутри этой отрасли, то оказалось, что цифры еще более шокирующие. На долю животноводства приходится 51% всех вредных газов, связанных с парниковым эффектом, то есть с глобальным потеплением. Поэтому сегодня все больше людей переходит на вегетарианство. Эта армия растет изо дня в день. У нас уже на планете миллионы. И вот, кстати, здесь на экране как раз был доклад, подготовленный Королевским институтом международных отношений, специально к саммиту по климату, происходившему в Париже 2 года назад, в котором говорилось о том, что уже не работают превентивные меры простого информирования людей о том, как мясоедение связано с глобальным потеплением, поэтому на уровне глав городов нужно договариваться о том, чтобы внедрялись вегетарианские рационы. И более того, на этом же саммите десятки стран представили свои планы по сокращению вредных выбросов животноводства. И часть планов касалась уже перехода на вегетарианство. Но сегодня по статистике можно посмотреть, действительно, только за последний год везде прошли марши против Боин. В Онтарио встал вопрос о том, чтобы признать веганские взгляды точно так же наряду с религиозными правомерности. И очень много произошло событий. У нас недавно происходил Veglife Expo, выставка, и я озвучила там порядка 100 событий за год. Открытия в этой области произошли о пользе вегетарианства, и очень многие известные люди перешли. И даже Google говорит о том, что веганство в тренде, то есть за последние 5 лет двукратно увеличилось число запросов слова «веган» в интернете. Сегодня вопрос третьего уровня развития движения, когда нужно насыщать рынок. Мы сегодня коснемся этого вопроса. Для людей новой информации она становится все больше, поэтому и возникает сеть этичных магазинов, этичные одежды, обуви, этичные еды. Ну, надеюсь, что сегодняшнее мероприятие тоже будет таким шажочком по пути к спасению мира. Спасибо. Является
абсолютно адекватное питание для того, чтобы восстанавливаться и для чего. Но помимо этого я много читаю, смотрю. Соответственно, я просто даю пример. Очень многие люди волнуются о том, что не будет хватать белка и не будет хватать цинковых кислот, которые нужны не только для спорта, но даже для медицины. Я выписал в интернете, просто нашел на веганском форуме, в смысле не на веганском ресурсе, а просто на фитнес-ресурсе по здоровью. Незаменимых аминокислот у нас 8, я просто приведу пример по двум аминокислотам для содержания различных незаменимых аминокислота валина. Значит, в говяжьей печени содержится 1,25 грамма на 100 грамм, в курице содержится 0,83, в сое содержится 2,9, и, соответственно, в арахисе содержится 1,25. То есть, как минимум, не меньше, а есть продукт, в котором в два раза больше, чем говядина. Незаменимая кислота лицин. В говядине 1,59. В сое 5,67. То есть, опять же, в два раза. В арахисе 1,776 тоже превышает говядину. В курице 1,24. В общем, это по всем нашим показателям. Даже в гречке содержится, например, чуть-чуть меньше, чем в курице. То есть, кроме как мифы, я это по-другому назвать не могу. То есть, это конкретный миф. С мясом это будет хватать незаменимых аминокислот. С В12 я не могу точно сказать, потому что я знаю, не знаю, насколько это миф. На всякий случай я купил в аптеке В12, потому что на всякий случай. Вдруг это правда, что его не хватает. Это недорого, как здоровье людей, поэтому ничего страшного в этом нет. То есть, вывод я из этого делаю следующее, что растительная диета полностью обеспечивает организм для тренировок даже, да, для того, чтобы постоянно тренироваться. Для обычной жизни понятно, что она, то есть если спортсмену подходит, для обычной жизни тем более подходит. Соответственно, единственная причина, по которой человек выбирает есть мясо, то есть если он вот эту всю информацию сейчас пропустит, единственная причина это просто вкусовые предрасположенности, да, то есть просто ему хочется чувствовать его вкус больше, чем. То есть он не может сказать, что я там здоровье теряется, потом 18 лет, спортивных результатов не смогу достичь, такого нет. То есть только вот ему вкус. Ну, соответственно, это его выбор, то есть если он ставит все, что вот сейчас на этом говорим, вступление на время, на одну чашу весов, на другую чашу весов, ему хочется свои рецепторы в языке сделать им приятно. Ну, соответственно, это его выбор. Если, как правило, человек выбирает после того, как он изучил эту информацию, выбирает, кстати, как минимум вегетарианцы, или дальше мы выберем. Немножко как бы по практике, да, чтобы чисто теория. Что еще может быть каким-то препятствием, так скажем, переходу? То есть если человек традиционно пытался, ну, традиционно имеется в традициях наших последних там, 100 лет, когда вы там холодильники были, когда столько мяса, сколько сейчас, его не ели. Сейчас они его едят 2-3 раза в день, сам вот таким. Раньше никогда такого не было. Соответственно, чтобы правильно перестроиться, если делать это нельзя, иначе будет некая дискредитация, которая будет, человек немножко почувствует себя хуже, там поймет, что победит, поймет, скажет, что вот, все неправда. Я советую людям, которые 2-3 раза в день кушают мясо,
перейти для начала где-то в книге, в районе блога Бушкина Калибра, все остальные, и, соответственно, после этого потихонечку выбирать Калибру, потом был раз, где это потом, соответственно, состоятельно, самим смотреть, уже можно было отказываться, переходить на растительные источники, которые я перед этим рассказал, сейчас еще поподробнее коснусь. Ну, естественно, это можно параллельно, то есть вы выбираете мясо, яйца, там, курицу и добавляете рыбу и свою чечевицу, остальные все источники. Смотрите, как организм выстраивается, вы начинаете чувствовать себя лучше и, само собой, естественно, вы любите. Ну, я просто приведу пример, чем питаюсь я, то есть мой рацион, то, что я ем либо каждый день, либо через день, то, что является основой. Значит, пророщенные семена подсолнечника, для того, чтобы они проросли, достаточно их на ночь мочить 8 часов в воде. Все процессы запускаются. Я это делаю в виде коктейля с бананом и с каном. Я веган, который не знает. Я считаю, что мне все хорошо. Дальше. Соевое мясо абсолютно в любых, то есть вот все блюда, которые делаются из обычного мяса, все можно делать из соевого мяса, добавлять специи, это все очень вкусно, все хорошо. Насчет всякого там ГМО, но если соевое мясо я могу найти, где хотя бы написано, что там из ГМО, то когда вы покупаете курицу, ее однозначно здесь появится нам это нужно. Также соевые продукты в тофу. Дальше бобовые. Я кушаю чечевицу, мед, зеленый маш. Крупы, гречка, перец, рис, пшеник. Замоченные орехи. Обязательно замоченные. Потому что они лучше усваиваются, они больше пользы дают, чем просто сухие. Опять же, там 4-5 часов замочения. Речку среднюю кушать. Это фундук, грецкий, миндаль, тутовые орехи. Овощи приготовлены, овощи свежие, в основном в виде салатов. Фрукты в большом количестве. Я в основном тушу яблоки, бананы, цитрусы. Люблю всех вот. Если правда нет, где их много, кушаю максимально разнообразно. Сухофрукты, ну я сказал, уже поймете. Значит, вот эти два пункта, где овощи и фрукты, это огромное разнообразие. То есть овощей немеренное количество, это устроить себе разные желудки, можно исправить. То есть, опять же, очень много рецептов сейчас уже придумано, то есть только надо делать. Ну еще много чистой воды нужно пить, по 3-5 литров воды. Это спортсмен. Ну, вначале я сказал, что веганское питание не уступает традиционному питанию. На самом деле это не так. Оно его превосходит намного. Все эти темы. Есть такое понятие, как уровень жизненный метод. С переходом на веганство, мой личный уровень питания очень сильно вырос. То есть мне стало просто комфортнее продвигаться по нагрузке, как хочется это сделать. Если раньше я один раз в день тренировался, второй раз заставлял себя пойти на тренировку, сейчас я один раз в день тренируюсь, а потом не хочется еще вечером в этом заниматься. То есть это однозначно плюс в этом питании. Что я еще хотел сказать? То есть еще раз акцентирую, да, что растительная диета, когда люди придерживаются растительной диеты, это полезно для здоровья, полезно для спортивных результатов, это этично, да, то есть когда мы говорим о том, что мы могли поесть, это способствует тому, чтобы окружающая среда не загрязнялась. Вот. То есть, если кто-то еще опять не веган, просто питается мифом, что
мясо, как говорится. То есть изучать информацию, здесь прямо. Ну, еще заключение скажу, раз мы дали. Заключение скажу, еще один такой момент, что мы живем в веке информационных технологий, в веке информационных технологий, в информационной войне. То есть за умы людей идет постоянно информационная война. Убийственное гигантство это тоже есть. Помимо всех этих мифов, которые венкеты и так далее, о том, что там необратимые последствия для здоровья, общие массы, это все. Вот, помимо этих мифов еще многое делается, чтобы дискредитировать вообще образ жизни вегана, образ самого, какой он на самом деле. Вот, все аспекты приводить я не буду. Например, в сознании веганов пытается внедрить толерантность к ЛГБТ-сообществу. То есть под тем соусом, что веганы должны быть против любой дискриминации, например, женщин, нации и так далее. В том числе и вот таким проявлением. Надо сказать, что многие известные процессы промышленности это попали совсем. Для них сработало. Вот, соответственно, они касаются вот, своих лекций, причин животных. Ну, то есть, вот, просто как работает эта схема, я вам скажу, на примере своего окружения, да, то есть, активный, сильный, спортсмен, мужчина говорит, блин, все у вас классно, вот, вообще, задумываюсь реально о переходе на веганство, но вот, как бы, ну, все, все хорошо, будет веган, поддерживаю идею, хочу, похоже. Я хочу весь мясо, чтобы меня с этим не ассоциировали. Хочу официально заявить, что лично я и многие мои знакомые спортсмены-вегетарианцы относимся резко отрицательно к федерастам, лесбиянкам и другим прочим превращенцам. Вот, я считаю, что это такая же болезнь общества, как алкоголизм, наркомания, неумеренное потребление и все остальное. То есть хочу просто призвать всех, кто встал на этот путь, создавайте положительный образ веганов, то есть начните с себя. Будьте активны, будьте улыбчивы, красивым, сильным. Для этого нужно будет много времени просить, может быть, да? Ну или просто заниматься спортом. Объедите трезвый образ жизни, потому что алкоголь это, в принципе, веган. Я вам говорю, что я сказал. Особо будет хороший момент. Вот. Да, потому что некоторые рамки были выше, что я сказал. На мой взгляд, это будет намного эффективнее, чем различные пакеты и все остальное, хотя бы тоже нужно. Но вот ваше окружение в виде вас будет задуматься. Вы классный человек. Вот, еще не бегаем, какие-то опять интересные. Ну, то есть, как бы, не только о своих идеях, о своем питании, сам не рассказывают. Но живи так, чтобы люди захотелось спросить. Спасибо. Сколько лет вы профессионально занимаетесь спортом? Сколько лет вы на растительном питании? Вы сказали, что вы ели мясо. По какой причине вы перешли на растительное питание? И как часто вы сдаете анализы крови и, в принципе, проходите обследование, и поменялось ли как-то ваше физическое состояние по анализам до растительной диеты и после начала растительного питания? Буду даем себе знать, все ваши вопросы знакомы. Я могу повторить еще. Значит, смотрите, что касается, когда я начал заниматься спортом, правильно действовать, то есть я занимаюсь плавом, занимался своим постановим спортом, профилирующим анализом, я занимаюсь 16 лет. Вот. Сейчас мне 30 лет, получается, половину этого нужно делать. Перешел я на 15 лет, почти уже 2 года. Соответственно, за это время несколько успел выиграть турниров таких сильных.
значимых и один очень значимый 26 февраля, который был очень красивый, и у нас Россия у нас мировой кулон на первом месте. То есть выиграть чемпионат России, также тяжело выиграть чемпионат России. Потому что все первые, вторые, третьи места у нас Россия. Вот. Соответственно, то есть это просто доказывает, что я могу сказать, что я спустя очень форму, которая улучшается в этом работе. Мы создаем, вообще ничего не меняется. То есть я не могу сказать, что это лучше стоит. Солдатик на перед
такой, 6 часов в Кунуме. Но какое чудо! Каждую секунду в нашем теле рождается 25 миллионов молодых красоток, которые каждая на своем месте будет в следующий свой срок прекрасно работать. Мы все время, вот это я терпеть не могу, это слово омолаживание. Мы все время остаемся молодыми до тех пор, пока есть условия для нормального обмена. И вот для того, чтобы построить 25 миллионов новых клеток каждую секунду, человек должен поесть, попить и вдохнуть. А обломочек старых клеток не нужно. Вот они попадут в кровь в виде, вот я их так называю, шлаковый белок. Вот все говорят, шлаки, да? Вот они. Это отработавшие гормоны белковые, отработавшие ферменты. Это обломки отживших клеток. Я помню, в 77 году на 6-м курсе института я слушала лекцию академика Доболина, педиатра великого, по анемиям детей. И я помню эту фразу, он сказал, мы там до сих пор и не знаем, где находится кладбище эритроцитов. Вот для начала обломки и погибших эритроцитов тоже, они все отправляются в кровь. Белковые молекулы гормонов и ферментов, они же тоже одноразовые, и это тоже шлаковый белок. А теперь, вот рядом с нами кто-то чихнул, мы не заболели, но иммунитет поймал сигнал тревоги и начинает вырабатывать антитела против этого вируса, поднимает интерферон. Это же тоже белок. Все, что делает иммунитет, это образование белковых молекул в крови. Все цитокины, интерлейкины, антитела всевозможных специализаций и так далее, все, что делает. Все, что делает иммунитет, это белок в крови. А вокруг у нас один вирус. Их прорва. Иммунитет работает все время. Окошки на шерсти, домашние пыль. А сейчас березы зацветут. Нам не обязательно иметь полинос. Мы же не заболели, когда Петя рядом с нами чихал. Но иммунный белок в крови пошел. И вот теперь, когда зацветут березы, кто-то получит свои симптомы полиноза. А мы все просто получим повышение уровня реактивного белка в крови. Вот этот белок, в отличие от шлакового, который отработанный уже живой, мы с вами назовем реактивный. Он возник как реакция иммунитета на факторы внешней среды. А самый массивный средовой фактор – это еда. И иммунный ответ на нее тоже белковый. И если моя защитная система, моя система внутренней информационной безопасности считает по каким-то одной ей ведомым причинам, что морковку мне сейчас есть не надо, потому что она у меня уже 62 года в каждом супе лежит, то я ем морковку, а иммунитет вырабатывает в крови защитные белковые антитела. И я могу быть веганом много и много лет, но на все раздражители внешней среды мой иммунитет будет гнать в крови иммунный реактивный белок. Кстати, если человек съел курицу, он же не белок в кровь получает. Я чужеродный белок в кровь получаю, только когда мне в вену чужую кровь влили. Курица проходит пищеварительный конвейер, переваривается до аминокислоты, и в виде аминокислоты идет в кровь. Итак, мы с вами понимаем, что у нас в крови постоянно, ежемгновенно образуется целый вал шлакового и реактивного белка. Помните, мы говорили о том, что для того, чтобы выстроить новое, человеку необходимо поесть, попить и вдохнуть. Для того, чтобы убрать ненужное из организма, здорового человека должно быть достаточно. Пописать, покакать и выдохнуть. В моче белка нет, в выдыхаемом воздухе белка нет, и в калии, если это не понос, белка нет. Куда он девается? Куда весь этот вал уходит? Возникает, вот знаете, когда кровь, когда субстрат перегружен белком, он делается густым. У нас бывает водичка из носа, а бывает перегрузка. Вот когда кровь переполнена белком, она делается вязкой и густой. Посмотрите, сколько молодых мужчин вынуждены принимать всякие там кардиоаспириды, этобас и так далее, кардиомагнилы. У них что, кровь густая, потому что они аспирин замедляют? Мы с вами сегодня узнаем, почему густая кровь. Но сгущает кровь вот этот вал белка. И вот когда кровь густая, то все темпы обменных процессов замедляются. И обновление, и рождение новых клеток идет медленнее, мы быстрее стареем. И темп выработки энергии медленнее. В единицу времени мы получаем и вырабатываем меньше. И темп выведения замедляется. И организм хочет вывести гору всякого барахла за час. А успевает
переодевать тот белок, который он обычным таинственным путем вывести не успел. Любая слизь – это раствор белка в воде. Насморки любой природы, от полимозов, ОРЗ, до гайморитов, и я не знаю чего. Мокроты, кашли, отеки, бронхиально, все кожные высыпания, все эти синдромы раздраженного кишечника, поносы, там, я не знаю, диареи, няки, трофическая язва на ноге. Это же сукровица, это белок, сочится чистейший. То есть практически вот эта белковая перегрузка крови – это универсальный патогенный фактор. Это суть любого острого и хронического состояния. Вот в начале 20 века на медицинском факультете Казанского университета учился студент Иван Петрович Разенков. Как все первокурсники того времени и теперешние, он на первом курсе услышал закон Лотопринара. Из всех нас он один задал себе вопрос. Интересное дело, если главный признак жизни – это постоянство внутренней среды, то дайте мне главный принцип организации жизни. Это как из переменных параметров внешней формируются константы внутренней среды. И он искал всю жизнь. И он академик, он вице-президент Академии медицинских наук. Он долгие-долгие годы заведовал кафедрой нормальной физиологии в Первом медицинском институте. Он многолетний председатель Всесоюзного общества физиологов и прочие важные города Ленина и лауреат Сталинской премии. И он бросал начинаемые направления, потому что там не было ответа. И его продолжали его ученики, Аршавский, он искал, и он нашел. Он обнаруживает, что несколько раз в сутки через гены, облегающие желудок, в полость желудка, пропотевает некий белковый бульон. И это абсолютно детальными исследованиями показано. Там альбумины и глобулины крови, там гликопротеины и другие неферментные белки. Там ферментные фрагменты проферментов, там белки слизи, а также белки клеток, оттолкнутых слизистой оболочкой и обломки старых клеток. Поступая, и посмотрите, крайне важный момент, мы же говорим о взаимодействии человека со средой и о гармоничности этого вписания. Вот этот, видите, проход, показанный синими стрелками, вход через рот, выход в канализацию, это участок внешней среды. Внутренняя среда, вот там, в этих вот бежевых точках, вся наша биохимия не в кишечнике, а за его стенками. Вот у нас малахитовая бусина и в ней дырочка для шнурка. Шнурок и дырочка к малахиту не относятся. У человека, как у большинства живых существ на Земле, пищеварение внешнее, оно идет во внешней среде. Вот в этот коридор, в этот узкий и святой участок внешней среды я кидаю еду, я кидаю туда воду, туда летят микробы, туда сбрасываются пищеварительные соки, и слюна, и желудочник. И там, в коридоре, то, что я съела, разбирается до уровня отдельных питательных веществ, и из кишечника всасывается в кровь. И всем известен вот этот поток нутриентов из пищеварительного тракта в кровь. Но оказалось, что есть обратный поток, есть эндогенные нутриенты, вот этот, никому больше не нужный белок, который сбрасывается в желудок, вот, за пределы внутренней среды организма. Кровь почистилась, как теперь говорят. А белок-то попал в желудок, как курятина. И теперь он подвергнется всем действию всей пищеварительной цепочки, переварится до аминокислот, а вы же понимаете, что мои клетки содержат все незаменимые аминокислоты. И мои ферменты содержат все, что мне только может вздуматься. И вот этот материал я использую вторично и снова, господа веганы. Я дарю вам это открытие Ивана Петровича Разенкова. Внутри каждого из нас существует неиссякаемый источник полноценного, легко усвояемого белка. Но ведь Разенков искал, где формируется стандарт внутренней среды. И получается, что бы мы ни съели, первый стандарт – это соотношение белок и все остальное в 12-перстной кишке. Там, кстати, всегда температура 37,3, если у нас лихорадка. 12-перстная кишка – это фрагмент внешней среды, но уже тут, в коридоре, во внешней среде, до входа в организм сформирована первая константа, и вот в этом магазинчике, вот кишечник, всегда стабильный ассортимент. Заходи, когда хочешь, бери, что хочешь.
условия. Я не могу сбросить свои отработанные белковые шлаки, если у меня здесь в желудке лежит животный белок. Простите. Мусоропровод закрыт. А вот если я съела гречечку с брокколи, с оливковым маслом, то у меня вагончик с углеводами и жирами полный, а вагончик с белками пустой. Мусорщики бегают, ребят, можно белочек? Мы же хрупкие животные, мы-то с вами. Животный белок можно добросить, валяй. И стандарт пошел на переваривание. Понимаете, до какой степени это важно? Когда мы были дикими и бродили в эдемских лесах, мы никого не ели. Но когда мы убили мамонта, это же не каждый день. И когда он кончался, мы шли собирать крышки. И этот шум работал. А дальше мы приучили скот, и началось все в мясе, в молоке и в слизи. И тогда нам учителей прислали, которые сказали, ведь я 2 постных дня в неделю, 1,5 дня по сути. Ну, нам говорили, что нельзя есть мясо даже. Его и не было, но если было, то тоже не надо. Поэтому, конечно, веганство – это этический выбор, несомненно. Но даже когда просто вот за 17 лет работаем в клиниках, когда мы объясняем нашим пациентам, что к чему, и если ты заболел, если у тебя назва, открой дверь, убери белок на время болезни, чтобы было куда сбрасывать. И это касается и подагры, и подъема давления. То есть это потрясающий механизм. Если тяжело больные пациенты, которых мы держим без животного белка, долгими месяцами и годами они на этом фоне выздоравливают. И выздоравливают они, не имея этических соображений. Просто потому, что дверь для сброса отходов, для сброса белковых шлаков у них постоянно открыта. Понимаете, как это важно? И тогда великолепная микроциркуляция, тогда нормальный темп обменных процессов, рождение новых клеток, выработки энергии. И первое, что говорят наши пациенты, приходят на новое питание, они говорят о легкости, о приливе энергии необыкновенного. Другое дело, что мы, у нас есть еще, то есть один из вариантов снять белковую перегрузку крови, это создать режим питания так, чтобы было время сбрасывать ненужные вещества, которые в результате используются. Разюмков показал, что взрослый человек весом 75 килограмм, не съев ни кусочка животного белка за сутки, за счет переваривания вот этого эндогенного потока нутриентов, получает аминокислот столько, сколько в 600 граммах сырой говядины. Были последователи Ивана Петровича, но в год его столетия, в 1988 году, когда Институт питания доказывал пользу Гербалайфа, вот ровно в этом году все работы Разенкова и его школы были вынесены из библиотеки на Бамбуку. Итак, открытие Разенкова раскрывает один из основных механизмов обеспечения жизни как таковой. Постоянство внутренней среды как условие свободной жизни и здоровья с необходимостью требует постоянства состава химусов и содержимого кишечника и его независимости от того, что мы съели. И именно эта стандартизация, это обеспечение жизни происходит в процессе новой стороны деятельности пищеварительной системы, так ее называл Разенков. И именно это знание позволяет с уверенностью сказать, что приверженцы вегетарианства есть неиссякаемый источник полноценного белка для долгой, здоровой, полноценной жизни, чего я вам всем и желаю. Спасибо за внимание. Каждый может создать оптимальные условия для того, чтобы быть здоровым.
Каждый из нас несет персональную ответственность за качество своего здоровья. Мы живем во времена изобилия и избыточного потребления еды, и при этом хотим оставаться здоровыми. Если человек сам отвечает за свое здоровье, он как минимум должен ценить ответственно, беречь его. А для этого нужны системные знания о здоровье, о способах и методах защиты организма, о правильном восприятии мира, о питании и многое другое. Причем эти знания мы должны получать с самого детства в совокупности с другими знаниями. Наш организм состоит из 12 систем. Системы состоят из органов, органы состоят из тканей, и ткани состоят из клеток. И от их состояния, от состояния клеток именно, зависит наше здоровье. Клетка состоит на 70% из воды, 20% – это аминокислоты и минералы, и 10% – это полиненасыщенные жирные кислоты. Ее функции – саморегуляция, самоочищение и саморегенерация. Так какие же условия мы должны создать для клетки, чтобы она полноценно и качественно выполняла свои природные функции? Доказано, что здоровье человека только на 7-8% зависит от здравоохранения и более чем наполовину от его образа жизни, то есть то, что находится в наших руках. Для того, чтобы быть здоровым, необходима жизненная энергия, соответственно, ее источники. На первом месте стоит психологический аспект, позитивное мышление и восприятие самого себя и окружающего мира дают нам возможность сохранить огромное количество психической энергии, а значит и здоровья. У тех, кто злится, нервничает, завидует, выделяются гормоны, которые разрушают печень, почки, в целом весь организм. Второе условие для сохранения здоровья – вода. Кто-то есть в зале, кто пьет 1,5 литра воды. Можете поднять руки? Замечательно. Но большинство людей даже не понимают о том, что они пьют чай, кофе, другие напитки. Это не вода. Мы не можем помыться. Вылейте на себя чашку чая. Вы можете помыться чаем или кофе? Нет. Поэтому наши клетки должны омываться водой. Только водой. Чистой, качественной. Вот так, младенец состоит на 90% из воды. Старики на 50%. Мозг содержит 90% воды. При обезвоживании начинаются все патологические процессы в организме. Очень часто у нас идет чувство, мы думаем, что это чувство голода, на самом деле мы не голодны, нам просто нужно выпить стакан воды, теплой, структурированной, насыщенной минералами. В том числе от этого зависит скорость старения от обезвоживания. Обезвоживание – это один из основных факторов, влияющих на состояние здоровья. Ежедневная норма воды – от 1,5 литра. Так какую же воду нам нужно пить? Вода должна быть легко усвояемой, с поверхностным натяжением 43 дина на квадратный сантиметр, чтобы питание смогло поступать в клетку, а токсические вещества – выйти. У водопроводной и бутилированной воды 75 дин на сантиметр. Отечность – это жидкость, не попавшая в клетку из-за высокого поверхностного натяжения, не переработанная, не выведенная из организма из-за плохой работы почек. Главное условие для здоровья – это pH, то есть кислотно-щелочной баланс всех жидких сред в диапазоне 7,4-7,5. Только при таких условиях будет усвоен кислород в 10-20 раз больше. Когда pH воды меньше показателя 7, то есть 7 – это нейтральная черта, то энергия клетки будет расходоваться на переработку ее до уровня щелочной. Например, пепсикола и подобные напитки имеют 2,5 pH, а жизнь заканчивается при pH 2,5. И последний пункт, который является тоже основным свойством воды – это окислительно-восстановительный потенциал. Это свойство воды окисляться и восстанавливаться. ОВП живой воды имеет минусовое значение, то есть все жидкие среды у нас имеют минусовое значение. Неструктурированная вода будет отнимать электроны от клеток и тканей, а клеточные мембраны подвергнутся окислительному разрушению. Таким образом, изнашивается организм и стареет.
При выборе воды необходимо учитывать все эти параметры. Следующее условие для здоровья – сбалансированное питание. Как мы уже говорили, клетке нужна энергия. К сожалению, мы перекрыли себе практически все энергетические источники, употребляя пищу, разрушенную, денатурированную белковую массу, непригодную для возобновления клеток. Ощущая энергетический голод, мы употребляем большое количество углеводов и стимуляторов. Необходимо накормить клетку в комплексном сбалансированном виде аминокислотами растительного происхождения, которые усваиваются в течение 23 минут по анаболическому пути на 99%. Таковыми является зелень. Зелень стоит на первом месте. Это основной источник белка. Если мы берем зелень за источник аминокислот, то в этом случае нужно очень мелко переживать. Если мы не научились жевать, эта зелень не может тоже усваиваться нами. Поэтому мы берем блендер, и в блендер сначала зелень прокручиваем в блендере и добавляем туда все, что хотите, ягоды, фрукты, пожалуйста. И это будет полноценное питание для вашей клетки. Только такие аминокислоты растительного происхождения усваиваются за 23 минуты по анаболическому пути на 99%. Основным поставщиком ферментов извне является живая пища. В термически обработанной пище, нагретой свыше 42 градусов, отсутствуют ферменты, что ведет к увеличению количества белых клеток крови, лейкоцитов. То есть возникает пищевой лейкоцитоз. Токсичными для организма являются метаболиты, дающие кислую реакцию. Неполностью разрушенные ферментами жиры оседают на стенках кровеносных сосудов. Это приводит к развитию в организме хронических воспалительных процессов, что ведет к возникновению атеросклероза, гипертонии, ишемической болезни сердца и многих других тяжелых заболеваний. Основными продуктами, закисляющими наш организм, являются продукты животноводства. Всем уже известно, человек есть то, что он ест. Поедая мясо, человек получает гормоны и другие вещества животных. Попадая в организм человека, они обусловливают те или иные реакции, свойственные животным. Это приводит к изменению поведенческих реакций, то есть человек становится более агрессивным и тупым. После потребления сырых растительных продуктов никаких нарушений не наблюдается. Четвертое условие для управления своим здоровьем – это биоритмы. Можно затормозить старение, если стабилизировать свои биоритмы простым соблюдением режима сна и бодрствования. Вести размеренный образ жизни. Прием пищи, работа, отдых, сон должны быть регулярными по возможности. Мелатонин – очень важный гормон. Это гормон сна, естественный хронобиотик. Он вызывает ночное понижение температуры. То есть вечером у нас снижается уровень кортизола над почечниками. И очень важно в это время находиться в спокойном состоянии духа. И поэтому в это время, уже в 10 часов, мы должны уже ложиться спать, потому что выработка мелатонина у нас уже начинается. Мелатонин – ночной гормон, естественный хронобиотик. Он вызывает ночное понижение температуры тела, вырабатывается эпифизом в темное время суток. Мелатонин – это антиоксидант, нейтрализующий свободные радикалы, даже сильнее, чем витамин Е. Он улучшает иммунитет и препятствует росту онкоклеток. Также замедляет процессы старения. Следующее условие. Это вредные привычки. Вредные привычки – это не только курение, алкоголизм, наркомания. Это привычка не поддерживать тело в хорошем мышечном тонусе, принимать пищу после 6 часов вечера, поздно ложиться спать, поздно просыпаться утром, быстро кушать и глотать плохо пережеванную пищу и множество других вредных привычек. Следующее условие – это физические нагрузки. Ни для кого не секрет, что малоподвижный образ жизни приводит к застою лимфы. Тогда нарушаются обменные процессы, и токсины не выводятся из организма. Происходит самоотравление, которое лишает нас энергии. Таким образом, комплексный подход предполагает просвещение, начиная с детского возраста. И поскольку огромная часть населения нашей страны не получала этих знаний, то необходимо организовывать такие школы для любого возраста. Давайте рассмотрим комплексный подход на состояние крови человека. Слева на слайде мы видим нативную, то есть живую каплю крови здорового человека. Посмотрите, здесь все эритроциты круглой формы, насыщенные кислородом и способные получать все питательные вещества.
На слайде справа эритроциты находятся в агрегации. Здесь уже идет сложирование эритроцитов. Из-за избыточного количества содержания белков и жиров в крови, вот то, что уважаемый доктор только недавно говорил, да? Здесь явно выражено состояние гипоксии и обезвоживания. С такой кровью люди часто попадают в реанимацию. Вот сейчас посмотрите, наглядно можно пронаблюдать, какие чудеса происходят с людьми в физическом плане, при комплексном подходе. Посмотрите, вот явно результат на лицо, да? Видите, что с левой стороны картинка проблемы с кожей серьезные. После комплексного очищения на клеточном уровне, когда чистится клетка, не органы отдельно, а именно клетка, и тогда буквально происходит преображение. Благодарю организатора Ирину Новожилову за организацию такой просветительской конференции, но этого мало. И давайте объединять наши усилия, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Аспект просветительства в школах не только может наглядно, кардинально изменить качество жизни людей, и мы должны не порождать иждивенцев, а с детства обучать и прививать правильные отношения к своему здоровью. Будьте здоровы! Благодарю за внимание. Даже шизофрению иногда причисляют
аутоиммунными заболеваниями, в том числе поэтому были ряд исследований, которые имели улучшение процессов шизофрении, когда человек находился на голодании на воде или на суху. Но при этом этиология и есть патогенез, то есть действие различных факторов и как ведут себя клетки, что приводит к аутоиммунным заболеваниям. Но причин все говорят могут. Есть много теорий, но до конца никто не знает. Есть одна из факторов, то есть это есть сейчас ряд исследований, начали говорить об этом синдроме где-то 2009 года по меркам доказательной медицины, это буквально 7-6 лет, это очень маленький срок, но тем не менее есть люди, которые говорят о том, что да, есть такой синдром дырявого кишечника, с другой стороны, есть люди, говорят, что это полный бред, это вот серая зона в медицине, и вообще не надо сюда привлекать вот это шаманство. На самом деле, чтобы вы понимали, животный белок, если попадет в кровь чужеродный, проявит будет большие проблемы. Все вы знаете, что есть трансплантология, что люди пересаживают органы, и там сотни тестов проводятся, чтобы нужная печень, допустим, подошла от одного человека к другому человеку. Это одна и та же печень, это оба человека, то есть у них схожие белки, кусок белков. Но если будет какая-то проблема, начнется реакция хозяина против трансплантанта. Поэтому человек всегда находится на сильных, постоянных иммуносупрессорах. Если человеку перелить просто не ту кровь, у него могут начаться большие проблемы, вплоть до гемотрансфузионного шока, расстановки почек и летального исхода. Так вот, есть барьеры в организме, которые препятствуют попаданию чужеродных белков в наш организм. Маточно-плацентарный барьер, гематоэнцефалический барьер. Также есть барьер между кишечником и кровотоком. Дело в том, что при определенных заболеваниях могут, вот на данном слайде показаны эпителиоциты, клетки, через которые проникают все необходимые путем активного транспорта или диффузии все необходимые аминокислоты в кровь, оттуда идет это в печень, и дальше уже в общий кровоток. Так вот, при дисбактериозах, при снижении pH, при проблемах, электролитных проблемах, вот эти вот, скажем так, соединения между эпителиоцитами и дезмосомами, они могут немножко расходиться и впускать в кровь уже какие-то токсины, микроорганизмы и часть непереваренного животного белка. И так может развиваться постоянная иммунизация организма, что в дальнейшем приводит к аутоиммунным заболеваниям. Причин достаточно много. Есть исследования о том, что молочный белок казеин, наверное, в сторону вегетарианцев, который в большом количестве приводит молочные продукты, молочный белок казеин также приводит к аутоиммунным заболеваниям, в первую очередь к сахарному диабету первого типа, глютен, кандидоз, глисты и паразиты, дисбиоз, все это приводит к синдрому дырявого кишечника. К сожалению, по статистике, где-то около 90% людей страдают дисбактериозным кишечником, поэтому ни о каком здоровье речи быть не может, пока у человека большие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Еще есть такой момент насчет постоянства внутренней среды. Один уже только что рассказывали про pH. Понятие есть такое, как кислотно-основное состояние. Так вот, оно постоянно смещается. То есть норма считается 7,35-7,45. Если ниже 7,35 pH, это считается условно кислое. Если выше 7,45, это считается условно щелочное. То есть либо условно кислым дается ацидоз, условно щелочная называется алкалоз. Так вот, если в организме избыток кислот, то ему надо как-то забалансировать. Единственный вариант сбалансировать любую кислоту, если вспомните школьную химию, это превратить ее в соль. То есть организм для восстановления баланса тащит на себя электролит для того, чтобы превратить кислоты в соли, которые потом откладываются, в том числе в тканях, в суставах и так далее.
первый самый ближайший электролит – это кальций, как раз таки, который находится и отвечает за хорошую плотность стенки между клетками эпителиоцитами. Если он тянется в просвет кишки для поддержания нужного кислотного состояния кислотно-щелочного для правильного переваривания, тогда, соответственно, есть проблемы. Что может закислять? Рафинированные продукты, продукты животного происхождения, молочные продукты. Просто они очень долго перевариваются, и если есть исходный дисбактериоз на них, и вот, на, скажем так, при переваривании, если это примерно утка переваривается, самый большой 7 часов, конечно, около 5, там может плодиться болезнетворная флора. И эта болезнетворная флора также будет выделять токсины и закислять организм. И это в купе будет приводить к большим проблемам. Ну, просто ради интереса клинический случай, то мы, собственно, теми пациентами, которые сейчас занимаются. Да, девушка 30 лет, вода носит болезнь Жильбера. Это хроническое заболевание, которая наследуется, проблемы печени, постоянно повышенный гемоглобин и болезнь Хашимото, это вот иммунный тиреоидит. После 6 месяцев лечения эстрогена и очищения организма, голодания, билирубин поднялся до 20 микромоль на литр, антитела, тироглобулины и тироксинази упали до 100. Такой мужчина 29 лет с псориазом, с постоянным обострением на молочные продукты после трехмесячного лечения, изменения рациона и лечения организма, просто забыл о том, что есть какие-то таблетки. Спасибо. Есть ли вопросы? Да. Слушайте, у меня у ребенка полиноз. Были ли случаи лечения полиноза с помощью питания? Да, конечно. Ну, то есть, полиноз – это одна из проблем, в первую очередь, загрязнение печени. И все, и дальше. Дело в том, что в мясе содержится меньше железа, чем в растительных продуктах. Если через 10 лет человек упал гемоглобин, ну, он намного быстрее упадет. Проблемы всегда три. Первое. Либо, если мы говорим о железодефиците анемии, либо человек мало употребляет железо, содержащих продукты, чаще всего это зелень. То есть большое количество вот именно зелень, там, на шпинат, петрушку, что было. Либо проблемы с усваиваемостью этой зелени, или просто железо. Либо у него кто-то живет, кто ест это железо. Спасибо. Спасибо большое. Оксидации, да, оксидативного повреждения нашего ДНК.
Однако, сегодня у нас такой мой, будем говорить, спич такой очень неформальный, потому что первый раз, когда мы связались с Ириной, я только что вернулась в очередной раз из Канады, и мы говорили о том, как я вообще, моя реакция, в общем-то, на реакцию населения в России на вегетарианство, когда я только что приехала из Канады, и вообще моя... Мое восприятие всего этого, когда я летаю туда-сюда и смотрю даже на те же продуктовые магазины, я говорю, вот, говорите об этом. Поэтому мы сегодня будем говорить о том, как полифенолы способствуют, скажем, метилированию гистонов, и это влияет на тот или иной ген, предотвращает или вызывает какое-то онкологическое заболевание. Собственно говоря, что я видела, когда поселилась на родине. На самом деле, меня очень... у меня была реакция примерно такая же, как у вас. Для меня я не вижу вообще контакта, кроме как, наверное, я так понимаю, что веганство, в общем-то, находится в таком же гонении, что и сексуальное меньшинство, что, на мой взгляд, конечно, очень, мягко говоря, глупо. Еще, знаете, был такой момент, меня брали как-то интервью, по-моему, это был второй канал. И оператор мне говорит, а вы знаете, что только что сказала ВОЗ, да, Всемирная организация здравоохранения, она назвала вегетарианство психическим расстройством. И мне очень жалко, что я на самом деле, меня в этот момент не снимали, потому что мне бы очень хотелось вообще посмотреть на свое выражение лица, потому что я даже не могу представить, что это было. На тот момент для меня действительно этот вопрос, когда меня спрашивают, а как вы относитесь к вегетарианству, не знаю, как вы относитесь, например, к этому блондинку, или там, разный цвет глаз или кожи и так далее. Но для меня это как бы странновато, как говорить. В общем, так что же все-таки думают и советуют диетологи Канады? У нас, как и во многих других странах, в общем-то, в том или ином формате существует такое. Такая методичка, что ли, по питанию, которую может использовать, в принципе, диетолог на приеме, я сейчас объясняю пациентам этот принцип, и также люди, в общем-то, совершенно обычно могут скачать это или заказать в письменном виде, в печатном виде, получить себе домой, повесить на холодильник и следовать принципам. В общем-то, можем, наверное, рассказать чуть-чуть об этом. Я постараюсь сделать. У нас здесь 4 группы продуктов. На экран не светит, кстати, поэтому можно меня даже не переворачивать. Не поворачиваться к вам спиной. Наверху это фрукты и овощи, и мы должны употреблять их в большем количестве. Они наверху именно потому, что это самое важное группа продуктов, которые у нас есть. Далее следуют зерновые культуры. То есть сюда относятся и хлеб, и рис, макароны и так далее. Потом молочные продукты и продукты мясные или их заменители. То есть если вы посмотрите, вот даже если я общаюсь, скажем, с мясоедом, да, с человеком, который не следует вегетарианскому питанию, то мы никогда не порекомендуем, никогда не порекомендуем употреблять мясные продукты, во-первых, ежедневно. Во-вторых, больших количествах. Одна порция мясного продукта – это 75 грамм. 75 грамм – это примерно колода карт. То есть это не тот, например, стейк, да, к которому привык, в общем-то, каждый, наверное, второй уже нас, или даже все мясоеды, да, видеть вот этот вот стейк американский на своей тарелке. А потом в эту же группу мясную входят и рыба, и морепродукты, и так далее. И все остальное, как вы видите, это от мяса это ваши бобовые, то есть это горох, и фасоль и так далее. Дальше тофу, яйца, ореховое масло и орехи. Также, если посмотреть молочные продукты, их тоже употребление недостаточно, но невелико. То есть это тоже, даже как мясных, всего 2 порции. Если мы говорим о сыре, это 50 грамм, это где-то чуть меньше, чем кости домино. То есть вы съели все. Сегодня вы с сыром закончили. Питание, конечно, должно быть для того, чтобы оно было здоровым, должно быть разнообразным и сбалансированным.
здесь вот нету, к сожалению, хотя он начал разрабатываться еще в 75 году, нету, к сожалению, отдельной такой вот методички вот, просто для вегетарианцев или веганов. Ну вот есть такая тарелочка, которая, в принципе, соответствует тому, что вы должны видеть у себя на тарелке, когда вы употребляете пищу, ну, ваши главные приемы пищи. Поэтому вы видите, есть у вас зерновые продукты, у вас есть бобовые, опять же, горох и так далее, овощи, фрукты и орехи. И тем самым вы получите все необходимые и макро, даже белки-углеводы, и микроэлементы, то есть витамины и минералы. А что существует у канадских диетологов? Вот я, например, естественно, член ассоциации канадских диетологов, у нас есть сайт, который вы, в принципе, можете зайти, вы получите не всю информацию, если вы не являетесь членами, но тем не менее вы можете получить очень много такой полезной информации, и у них есть разные, в общем-то, рекомендации на тему питания, если вы вегетарианец. Если вы, например, лактообо-вегетарианец, как вот на этом слайде, вы видите, что, во-первых, объясняется, что это такое, а во-вторых, говорится, что приверженцы этой, не хочу сказать диеты, но этого рода питания, у них будет пониженный риск развития, ну, во-первых, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, включая высокое давление, гипертонию, повышенный холестерин и диабет второго типа, ну и некоторых типов онкологии. И то, что я вот, в общем-то, подчеркнула, тут говорится, что правильное планирование питания в любой стадии вашей жизни, вот, даже вегетарианского, да, или лактового вегетарианского питания, предоставит вам все необходимые макро- и микроэлементы. Как-то это отличается от мясоедов? Нет. Я то же самое говорю тем людям, своим пациентам, которые едят мясо, я тоже им говорю, что им также приходится планировать свое питание, также приходится обращать внимание на те продукты, которые они должны употреблять для того, чтобы получить все необходимые нутриенты. Поэтому, в общем-то, когда меня спрашивают, это сложнее, это невозможно быть вегетарианцем или веганом, нет, это абсолютно так же, это, в общем-то, занимает те же самые усилия, которые мы прилагаем к тому, чтобы составить свое питание и сделать его полноценным и разнообразным ежедневно. То же самое есть рекомендации по веганству. Здесь, конечно, добавляется про витамин D и витамин В12, который не существует, к сожалению, в растительных продуктах. Единственное, где В12 есть, это водоросли. Но там не огромное, будем говорить, количество, поэтому трудно, в общем-то, его получить. И, как я поняла, в нашей, к сожалению, в Москве, даже в Москве, это достаточно затруднительно. И тут также говорится, что в любой стадии жизни, даже при периоде гестации и лактации, вы можете следовать. Ну, как-то для меня это странно звучит, как вы можете следовать. Да, вы можете следовать этому плану питания. В общем, такие же рекомендации даются и вегетарианцам-атлетам. Повторюсь, как говорил наш спикер первый, про то, что действительно можно быть веганом, вегетарианцем и быть атлетом при этом, да, то есть не то, что заниматься, вести здоровый образ жизни, да, ходить там в спортзал три раза, скажем, в неделю, а действительно там, участвовать в соревнованиях, участвовать, не знаю, в Олимпийских форме, например. Поэтому и также это, в общем-то, занимает такое количество времени, усилий и планирования рациона. Что бы мне на самом деле хотелось очень сильно, потому что что действительно, какая разница между, например, Канадой и Россией, когда я мотаюсь туда-сюда. Ну, первое, это, конечно, университет. Меня всегда очень прям радует, потому что очень сильно отличается от наших учебных заведений. И продуктовые магазины. Я просто не могу смириться с тем, что я не могу спуститься в тот же какой-нибудь, не знаю, мини-маркет и купить следующие продукты. Вот, почему-то, вот,
конечно, очень жаль, что это есть. Конечно, это можно найти, но это нужно действительно походить, побегать. И когда я летаю туда, то есть я прихожу в магазин, и для меня это прям действительно какой-то контраст. Ой, ух ты, мне не надо гоняться там за туфу, там, за мягким, за твердым, да, полумягким, полутвердым я могу найти. Для кофе добавить что-то без молока, например, миндальное молоко, мне надо выжимать это миндаля самой, потому что я нужно побегать по всей Москве, чтобы найти эту пачку, или вегетарианский сыр, или мясо, чтобы сделать. Ну, то есть, конечно, вот это да. И, кстати, насчет витамина В12, пока я не забыла, вот все мясо, соевое молоко, тофу, обычно все эти продукты, они фортифицированы этим витамином. Поэтому если вы употребляете эти продукты, то в принципе никаких не может быть проблем с В12, если вы веганы. Так что все, большое вам цветное спасибо. Спасибо вам. Представьте, что вам больше никогда не придется заботиться о том, чтобы испытывать боль зубную, изнуряющую. Представьте, что ваше вложение финансовое вам не придется каждые полгода откладывать на поход к стоматологу. А вы потратите их на то, что вам действительно важно. Представьте, что любое общение станет комфортным для вас. Меня зовут Парфенов Александр. Я являюсь врачом-стоматологом последние 4 года, и я избавляю людей от боли. Современные технологии позволяют мне поставить максимально точный диагноз вам, вашим коллегам, вашим родителям. А фотопротоколирование позволяет составить максимально лучший для вас план лечения. Я постоянно обучаюсь, постоянно езжу, узнаю что-то новое о здоровье. Вегетарианство тоже, кстати, во всем мире идет речь о влиянии вегетарианства на продолжительность конструкции. Также я обучаю других специалистов тому самому, что я научился в других странах. Также я являюсь вегетарианством последние 4 года. Поверьте, я попробовал все от вегетарианства до сыроедения и как-то сделал свои выводы. Но каждому из нас нужен толчок, чтобы прийти к здоровью. Так? И для меня этим толчком стала моя сестра. Мы родились с ней в северном городке, на Кольском полуострове, там холодно, не знаете. И с раннего детства муж тогда понимали, что система здравоохранения не идеальна, как и сейчас. Моя сестра очень любила сладкое, мучное. И когда по окончанию, как каждый раз, когда у нее болели зубы, она шла в единственную поликлинику в нашем городе, и ей там ставили большую пломбу очередную. И по окончанию школы каждый из нас разъехался по своим делам. Моя сестра стала кондитером, она поехала учиться на кондитера, печь сладости, а я поехал учиться на стоматолога. Через несколько лет мы с ней снова встретились, это было 4 года назад, и я уже тогда был в поисках вот этого философского камня, как же продлить реставрацию, вот прогноз моих реставраций, прогноз моего лечения улучшить, пролонгировать. И у нас были какие-то наработки, и мы, когда я увидел мою сестру, я был ошеломлен, я был обескуражен. Годы фастфуда, газировки, сладости, тех, что она пекла, очень вкусных, но с высоким содержанием сахара, привели ее к такому результату. Мы приняли решение сделать шаг к здоровью, потратили определенные финансовые вложения и поставили ей керамические накладки. Также мы изменили ее стиль питания. Мы сейчас отвлекли наших детей на ужасное будущее, потому что у них уже с детства появляется заболевание зубов, знаете. Уже с детства нам нужно какие-то вложения тратить.
лечение. Это происходит, вы сами понимаете, это из газировки, фастфуда. Все равно уже даже не представляете, как редиска выглядит. Нам нужна революция в области не только питания, но и мониторинга собственного здоровья. Давайте теперь представим, какую же пользу вы получите при переходе на правильное вегетарианство с точки зрения финансовых, с точки зрения здоровья и с точки зрения комфортного общения. Первое. Вегетарианство финансово выгоднее. А теперь представьте среднестатистического моего пациента ежедневного, который приходит ко мне на прием. Если вы посмотрите на цифры, это приблизительные цены у вас в Москве, по Питеру, сколько будет стоить лечение. Если вы посчитаете в целом, общий план лечения выходит порядка полумиллиона. Полмиллиона вы потратите на зубы, на здоровье своих зубов. А теперь представьте, что через 5 лет вы принесете мне еще полмиллиона для того, чтобы мы заменили эти конструкции на новые. Только потому, что вы не изменили стиль питания, только потому, что рацион остался прежним. А если собственные зубы не выдержали такого напора, то почему конструкции, которые я ставлю, должны прослужить вам всю жизнь? Как этого избежать? Как вегетарианство, правильное питание и мониторинг вашего лечащего врача стоматолога позволит вам сохранить эти конструкции, да, на всю жизнь. Я гарантирую. Правильное питание, правильное вегетарианство и мониторинг вашего состояния. Второе. Любое общение для вас станет более комфортным. Откуда у нас появляется запах изо рта? Ну, в основном причины простые. Это заболевание десен, то, что мы кладем в вашу полость рта, то, что мы едим. Эти обе причины можно убрать. Можно. При помощи своевременного ухода и правильного вегетарианства. Только при помощи этого. И третье – это здоровая улыбка. Здоровье, то есть вегетарианство, делает в целом вашу полость рта здоровее. Давайте немножко уйдем от слайдов и с вами поговорим. Кто, поднимите руку по-прежнему, кто считает, что молоко является основным источником кальция. А поднимите руку те, кто считает, что в зелени больше кальция. Кто считает, что куншут является первым по состоянию? По состоянию масла. Мама. А, куриоза будет. Извините, пожалуйста. Второй. В целом, что же нам нужно для здоровья наших зубов? Какие продукты нам нужно употреблять для здоровья зубов? Это несколько элементов. Первое – это кальций. Кальций – это кирпич. Представьте миллионы кристаллов гидроксиапатита, которые образуют живой щит на пути к кислотам и бактериям ваших зубов. Нам нужен кальций. Это основной источник здоровья зубов. Но кальций не усвоится в нужном количестве без витамина D. Вы, наверное, слышали о витамине D. И он потрясающий, он в свободном доступе находится у нас наверху. Это наше солнце, правильно? Что же нам нужно, чтобы витамин D усваивался? Нам нужно просто выйти на улицу и погулять. И тогда кальций, соответственно, усвоится в нашем организме. Второе. Фосфор. Вот эти кристаллы гидроксиапатита, они находятся в связке с фосфором. Вы, наверное, знаете, там фторируют воду, фторируют еду, молоко, все фторируют, таблетки дают. Но при увеличении в организме фтора приводит к заболеванию зубов, как и его отсутствие. То есть, если много фтора, мы получаем флюороз, мы получаем болезнь. Если мало фтора, мы получаем болезнь зубов. Мы получаем болезнь зубов из-за фтора. Но он нам нужен, поэтому нужно правильно рассчитывать дозу фтора. То есть получается кальций, фосфор является третьим необходимым звеном. Магний и магний. Позвольте
подытожить, вот эти три основных причины – это финансовая, экономическая, вторая – это общение, и третья – это здоровье ваших зубов. Это три основные причины, да, перейти на вегетарианство. Нам нужно изменить подход, как у врачей. Мы должны целиться не на симптомы. Мы должны целиться на пациентов. Мы все заслуживаем на человека, мы все заслуживаем, чтобы нас услышали, чтобы нас поняли, чтобы с нами поговорили, чтобы мы вместе с врачами выбрали вам более подходящий план лечения, более подходящий питание для каждого из вас. Всех под одну гребенку, там, увы, никак. Поэтому, уважаемые коллеги, я надеюсь, мои коллеги, друзья, врачи помогут вам развеять сомнения и помогут в будущем обрести и помочь вам сделать шаг на здоровье, на пути к вашему здоровью. Спасибо. Влияние вегетарианства на здоровье человека.
Важный момент, что возраст моих респондентов в среднем составил 29 лет, то есть это активное население, молодое, продвинутое. Средний возраст детей в данном опросе, да, составил 3,5 года. То есть вот как бы это активный такой пласт населения. Вот, первые, в общем-то, отношения положительные либо нейтральные. Второй вопрос касался именно, а как вы относитесь на состояние физического, интеллектуального, психического здоровья детей в плане, если их переводить на вегетарианское питание. Здесь уже мнения, в общем-то, были либо резко отрицательными, но, опять же, 45% опрошенных высказали свое, в общем-то, незнание, просто как бы нечестно ответили, что мы не знаем, как это влияет на данные аспекты здоровья и развития детей, поэтому затрудняемся ответить. В общем-то, хотелось бы, конечно, узнать какие-то научные аспекты вот по данному вопросу. Третий вопрос был о том, какого типа питания поддерживается ваша семья. Все респонденты говорили, что это смешанный тип питания, где присутствует и мясо, и рыба, и, соответственно, стараются придерживаться также, то есть, исключая фастфуды, очень прям акцентированно это было, ну, как бы такой красной ниткой, что, конечно, мы против фастфудов, но все остальные продукты питания употребляем. Четвертый вопрос состоял в том, а был ли у вас опыт вегетарианства или веганства? 10% респондентов ответили, что да, был, при том, что 45% респондентов отметили, то есть не отметили никакой разницы в своем состоянии здоровья. Но опять же, да, тут оговорки, какой именно опыт вегетарианства он был, это вплоть от одной недели до одного года, поэтому мы как-то тоже, да, говорить о научном аспекте, да, нам с трудницей. При этом половина респондентов ответили, что была легкость присутствия, у нас собственно комфортности, да, это они тоже отмечают. Ну и пятый вопрос, собственно говоря, да, возраст, профессия и возраст детей. Так вот, про возраст, детей я уже сказала, и 85% респондентов это люди, которые имеют высшее образование, соответственно, да, то, что нам дает право доверять им в их осознанности и их осознанному подходу к своему здоровью, подходу к своим детей. Так вот, что касаемо именно здоровья детей и вегетарианского образа питания. Как уже сказали мои коллеги, здоровье – это комплексный подход, это не есть какое-то здоровье только либо физического вашего тела, вашего морального состояния, это все в комплексе. И каждый человек здесь должен осознавать себя, понимать себя как, да, другое тело, то есть свои потребности, свои моральные, этические нормы, каждый определяет для себя. То есть развитие именно толерантности к различным проявлениям в жизни нашего общества тоже должно присутствовать в нашем мире, в общем-то, в настоящий момент времени. Острые моменты именно в педиатрии, какие именно, это, конечно же, по поводу развития анемии при придерживании вегетарианского питания и веганства сыроедения, в частности. Об этом, как бы, собственно говоря, бьют тревогу коллеги. Как раз-таки B12, вот то, что мы уже, да, озвучивали коллеги. Вообще нужен рациональный подход. Изучая научные данные по данной проблематике именно вегетарианства и детства, не нашла никаких, собственно говоря, длительных каких-то либо исследований, которые бы рассматривали именно комплексный подход к здоровью растущего поколения. То есть в плане физического, в плане интеллектуального развития, это прежде всего, что меня вот интересует как специалиста. Нет таких исследований. Нужно это все-таки внедрять, нужно это исследовать и развеивать мифы, которыми, в общем-то, да, каждое вегетарианство образовано у нас в стране.
Что еще важно отметить в плане именно педиатрии? Чем отличается организм ребенка от взрослого организма? Если рассматривать это в системе живого организма, да, то детский организм — это динамически, интенсивно развивающаяся система, а взрослый организм — это все-таки уже система, которая имеет константы, устоявшиеся, соответственно, и энергозатраты в той другой системе совершенно по-другому, по-отлично протекают. И очень детский энергообмен в 1,5-2 раза превышает взрослый энергообмен. И нужно понимать, что не обеспечивая энергетические потребности детского организма, а это именно передача из пищи, да, берется у нас энергия внешняя, в том числе, то мы рискуем уйти в минус в плане физического здоровья, а мы хотим за собой и в дальнейшем это индивидуально, психологическое здоровье детей тоже за собой. Этот вопрос я сейчас намерена изучать очень более глубоко и подробно. Единственное, что скажу, что мои коллеги, врачи-педиатры, гастроэнтерологи, в общем-то, держатся одного здесь темы, что если будут продукты, которые полностью будут включать в себя все необходимые макро- и микронутриенты, то есть из макро- да, нутриентов, особенно белки, в детском организме есть они как незаменимые белки, именно в плане аминокислот нас интересуют. Есть аминокислоты незаменимые и заменимые аминокислоты. Незаменимые они все равно должны попадать в организм из внешней среды, в том числе. И поэтому очень важно, чтобы это были полноценные аминокислоты, которые нужны в данный период времени для полноценного развития ребенка. Данных препаратов сейчас достаточно мало представлено на нашем рынке, российском практически нет, что тоже Наталья Александровна озвучила. То есть препараты, даже питательных веществ, которые мы, собственно говоря, да, сои, в России, это очень нужно стараться, очень нужно найти, чтобы они были правильно, качественные, витаминизированные достаточно. Поэтому вот проблема состоит в том, что доступность этих питательных веществ. Вот это основной, наверное, мой сегодняшний доклад, в чем заключался. То есть вопросов очень много у меня как специалиста, и дальше мы будем это изучать. Спасибо за внимание. Порядка 4000 человек за 2 дня посетило эту выставку. Было
очень часто слышим комментарии от посетителей, что мы даже не представляли, что такое количество продуктов полезных для здоровья существует, и что более того, что они есть в России, потому что больше 110 компаний принимало участие в выставке, это и производители, это и импортеры, и на сегодняшний день этот рынок, он только-только формируется. И как раз одна из своих таких целей и видений это попытка создания в России рынка продуктов для здорового образа жизни, рынка продуктов для вегетарианства, и как раз подобные мероприятия являются хорошим, но, к сожалению, недостаточным способом продвижения подобных продукции. Давайте я вкратце, наверное, перечислю определенные группы товаров, которые есть сейчас у компании, но, к сожалению, не представлены в магазинах для того, чтобы их можно было легко купить. Я зачитаю, это растительное и ореховое молоко, миндальное, овсяное, соевое, кокосовое, различные виды хумуса, различные виды углеча, снеки, суперфуды, растительные сыры, тофу, водоросли, которые уже упоминали, спирулины, хлорелла и другие, различные каши, дневная, киноа, булгур, кускус, зеленая гречка, киноа, для меня одна из самых любимых вообще крупы, крупа, которая содержит, мои коллеги, сегодняшний спикер, может быть, меня поправят, но очень высокое содержание белка. Содержится именно в киноа. Растительные масла – это кунжутное, конопляное, тыквенное, амарантовое, фруктовые чипсы, бездрожжевой хлеб. На самом деле список можно продолжать довольно долго, и я специально не буду рассматривать все полезные смыслы каждой из категорий продуктов, иначе я точно не уложусь в регламент, и наша сегодняшняя конференция затянется на достаточно длительное время. И на сегодняшний день, к сожалению, все эти продукты можно приобрести либо в специализированных магазинах, либо на каких-то специализированных мероприятиях, направленных на развитие вегетарианства, направленных на здоровый образ жизни. Это какие-то фестивали, выставки подобные, которые провожу я. И, по сути, свои все. И это, представьте себе, касается только крупных городов, городов-миллионников. По всем остальным городам, в принципе, по России ситуация еще более плачевна. На сегодняшний день в ритейле, а под ритейлом мы будем с вами принимать магазины как сетевые, так и, один, как, скажем так, один из трещин, не сетевые магазины, в ритейле ситуация, скажем так, совсем плачевная. Для того, чтобы приобрести хотя бы какой-то минимальный набор продуктов, про которые сегодня уже упоминали мои коллеги-спикеры, нужно постараться и нужно это поискать. Этого, в принципе, особо нет, этого нет даже в Москве. Получается следующая ситуация, что люди, получая информацию, люди, придерживаясь той или иной диеты, люди, придерживаясь вегетарианского, веганского или сыроедного типа питания, сыроедного, на самом деле, наверное, все питать чуть-чуть попроще, сталкиваются с той проблемой, что а где это все приобрести? И ведь, в принципе, сам человек по себе достаточно инертен. И не хочет тратить большое количество времени и сил, даже понимая, что какие-то продукты ему будут полезны, на поиск им. Поэтому, опять же, повторюсь, одной из своих целей я вижу то, что можно помочь развивающемуся бизнесу, а компания, поверьте мне, в этой теме стала гораздо-гораздо больше по сравнению. За последние 5 лет я так примерно посчитал, где-то рынок в 2 раза увеличился. Российский рынок компаний, кто занимается производством или поставкой продуктов для вегетарианцев и для здорового образа жизни в принципе. Помочь этим компаниям выйти наконец в магазин для того, чтобы во всех форматах, во всех магазинах, в том числе так называемый формат магазина удобно была продукция, которую можно было приобрести и не нужно было тратить на это время, ну и, собственно, достаточно ощутимые средства, которые иногда приходится тратить в некоторых магазинах. Объясню почему. На сегодняшний день сегмент продуктов для здорового образа жизни представлен в магазинах премиум и ультрапремиум класса. И большое количество, большая часть, наверное, населения не посещает подобные магазины, потому что та ценовая политика, которую они ведут, экономически невыгодна для человека приобретать там продукты повседневного потребления и плюс дополнительно иметь возможность купить какие-то продукты, которые действительно улучшают здоровье, позволяют его сохранить, здоровье, красоту. И
получается, что целый сегмент продуктов просто недоступен для большинства людей. И какой выход из этой ситуации вижу я, и я очень благодарен организаторам этой конференции, Ленину Важелкой, за то, что меня пригласили, когда я наконец могу озвучить свое видение решения этой проблемы, это то, что в роли продвижения продуктов для здорового образа жизни в магазине, в ритейлах огромную роль могут сыграть врачи. В частности, рассказывая о конкретных продуктах и на что они влияют. То есть регулярное упоминание в лекциях, в статьях, в каких-то своих выступлениях, что необходимо вводить в рацион те или иные продукты, постепенно будет вызывать у людей спрос. А как работают ритейлы? Любой магазин и любая сеть магазинов, которые у нас существуют сейчас на территории России, исходит из следующего принципа, что любой квадратный метр полки должен приносить прибыль. Есть понятие периода оборачиваемости товара на полке, есть рентабельность, маржинальность того или иного товара. Поэтому товары, которые не востребованы, просто не вводятся в ассортимент. Либо получается следующая ситуация. Есть мировые компании с очень и очень известными имендами, такие глобальные мировые бренды, чья продукция на 80%, стоимость продукции на 80% состоит из маркетинга, который уже туда заложен. У нас так складывается, что потребитель платит абсолютно за все. За продвижение продукции, за то, чтобы продукция была прорекламировано в СМИ, за то, чтобы продукция участвовала в акции. Даже логистические затраты все равно закладываются в стоимость. Абсолютно за все платит конечный потребитель. Посетитель магазина заплатит за все, что бы ни происходило. От подорожания бензина до того, что этот продукт был прорекламирован по телевизору. Для того, чтобы не происходила такая подобная ситуация с продуктами для здорового образа жизни, по сути своей не необходима популяризация этих продуктов в свете выступлений врачей, их каких-то, повторюсь, статей, лекций, которые выходят в интернете, где люди весьма и весьма активно читают подобные вещи, в частности, в соцсетях. Поэтому здесь помощь врачей, она на самом деле является неоценимой в плане продвижения подобной продукции. Формируется таким образом спрос на данные товары. И логичным продолжением подобного спроса будет появление этих продуктов на полках во всех форматах магазинов, в том числе и формат магазинного дома. И человек, выбирая какой-то тип питания вегетарианское или в попытке придерживаться той или иной диеты, уже не столкнется с проблемой, что да, у него есть механизм, у него есть понимание, как это работает, а где взять, собственно, сами продукты. Это вторая часть, и на этом этапе очень большое количество людей, по опросам, по той информации, которая доходит до меня, люди бросают, потому что это становится довольно трудно выполнимой задачей соблюдать рекомендации врача по питанию. Человека хватает на короткий промежуток времени, а после этого это трудности какие-то с тем, чтобы приобрести подобные продукты, трудности, чтобы приобрести их еще в одном месте, желательно, да, это иногда это бывает различные магазины, несколько магазинов нужно посетить, чтобы все это купить. Именно на этом этапе люди, собственно, и отчасти свои бросают те какие-то хорошие благие начинания, которые они делают в первую очередь для себя, для своего собственного здоровья. Именно еще по поводу врачей, потому что к ним врачи относятся с очень большим доверием. И то, что исходит от человека с медицинским образованием, в принципе, в основной своей, скажем так, массе, заслуживает внимания и в большинстве случаев заслуживает доверия. Поэтому здесь вопрос в том, что чем больше будет исходить информации от врачей про конкретные продукты, про которые люди точно знают, врачи точно знают лучше, чем я. У меня нет математического медицинского образования, у меня есть математическое образование и экономическое образование. Вот. Тем проще будет компаниям, а поверьте мне, их очень много на сегодняшний день, вывести свою продукцию на рынок ритейлеров для того, чтобы данный вид товаров занял достойное место на полке, и люди, посещая магазины,
получая информацию из интернета, из социальных сетей, по телевидению, увидев эти продукты на полке, могли спокойно приобрести, и тем самым постепенно у каждого человека мог сформироваться, вы знаете, тренд, вот этот вот переход к здоровому образу жизни, хотя бы частично. Я не сторонник, я не считаю, что в большинстве случаев люди переходят вот так вот на ДАС, допустим, на вегетарианство, хотя сам являюсь ярким тому примером, я перешел за один день, как я ел. Вчера я ел мясо, сегодня перестал, это было порядка 4 года назад, и все. У большинства своего людей переход такой достаточно плавный, и сегодня спикеры уже упоминали про это, что действительно, скорее всего, и должен быть таким. Поэтому, встречаясь с подобной продукцией не только в специализированных магазинах или на специализированных мероприятиях, люди постепенно будут вводить этот ассортимент в свой рацион, замещая продукты, к которым они привыкли, и, ну, большинство из которых, положа руку на сердце, давайте признаемся честно, не являются полезными для здоровья. Постепенное формирование рынка полезных продуктов и продуктов для вегетарианцев позволит развивать этот рынок. Чем больше будет появляться компаний, тем больше будет здоровой, нормальной, хорошей, правильной конкуренции, которая будет основным своим фактором ставить именно в этом вопросе, это качество продукции. Да, у нас есть сейчас в ряде сетей тот же Хумус, но на сегодняшний день количество консервантов, которые в нем находятся, позволяют отнести абсолютно спокойно этот продукт. Один из моих любимых категорий – долгохранящихся. Ровно из-за тех консервантов, которые там есть. Хотя, опять же, в ряде магазинов есть возможность держать в своем ассортименте продукцию категории «Скоропорт». И к такой категории можно спокойно отнести хумус, который будет производиться без консервантов, да, его сроковость будет гораздо ниже, но при определенном спросе, а он должен быть достаточно высокий, эта продукция точно будет присутствовать на полках магазинов, и любой житель нашей страны, я очень надеюсь, что через какое-то количество лет, это точно, сможет абсолютно спокойно приобретать ту продукцию, которая будет приносить ему пользу, ему не нужно будет на это тратить колоссальное количество времени. Информация по данной категории продуктов будет доступна, я надеюсь, практически любому человеку. У меня на этом все. Спасибо большое за внимание. На этом все. Заканчиваем. Спасибо всем. Thank you.